парке «Экоберег» городского округа Химки прошел благотворительный музыкальный фестиваль «Нотка доброты» детской школы искусств имени Верстовского. На сцене лучшие коллективы, солисты и ансамбли народного отделения. Школа активно участвует в развитии творческого образования в Химках и реализации программы губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья». Главная цель фестиваля – сбор средств для лечения тяжело больных детей. Концерт провели в микрорайоне Левобережный уже в 8-й раз. По словам педагогов, для юных артистов это значимое событие, к которому они основательно готовятся. Они очень ждут, мы целый год готовимся к этому мероприятию, очень ждут, они проявляют инициативу, рисуют афиши на асфальте, зовут своих друзей, зовут своих одноклассников, рассказывают о нашем проекте везде. Мы собираем средства для благотворительного фонда «Игра» на программу «Техника для движения». Все, кто пришел на фестиваль, могли поддержать это благотворительное мероприятие и прямо во время концерта сделать пожертвование. Благодаря средствам, которые собирают во время такого фестиваля, многие дети уже смогли пройти необходимую реабилитацию и получить специальные устройства для свободного передвижения. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.